Весна – время радостного пробуждения природы. Теплая погода наполняет наши сердца восторженным трепетом ожидания какого-то праздника. Но печальная статистика говорит, что именно в этот период учащаются несчастные случаи, связанные с падением детей из окон. Что нужно знать каждому взрослому человеку, чтобы избежать беды? Как же защитить ребенка от падения из окна? Не оставляйте маленьких детей одних. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. Москитные сетки не предназначены для защиты от падения из окна. При проветривании открывайте окна сверху. Ставьте на окна специальные фиксаторы. И помните, что лучший способ предотвратить несчастный случай с ребенком – это постоянный контроль.